fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire. Мы сейчас сидим, отдыхаем в Story Beach. Оно прямо, кстати, на берегу моря. Так что всем советую. Это тут Луизиана, тоже новая, говорят. Мы там тоже были, ужинали, вкусно было, но там больше китайцев почему-то, я не знаю почему. И тут была пара русская, они сказали, что китайцы в приоритете там. А в Story Beach такого нет. Story Beach, кстати, у них там своя зона бассейна. Не знаю, видно будет или нет. Арендуют лежаки на территории бича там. И все. И вам обязательно должны выдать чек. Кстати, если вам не выдадут чек, значит, если вы уйдете на море, придете, вам надо будет заново арендовать. А если у вас чек есть, то вы можете уходить на море, уходить в свой номер, там, еще что-то, а потом возвращаться. Очень-очень красиво. Даже не думайте о приезде сюда. Просто деньги.
смотреть. Я не знаю, с чем это связано, но вьетнамцы такой спокойный народ. И даже своим животным, они, видите, спокойную музыку такую поставили. Расслабляющую. Я навсегда тут играю, потому что мы уже второй день здесь. И второй день звучит такая музыка. Мы так высоко, высоко над землей, и нас не достанут уже никогда. Нам так легко, легко быть вдвоем. Ты в моих венах, в моей ДНК. Ты по моим венам, откровенно. Ты проникаешь в мой организм. И я тебя вдыхаю постепенно. Я на тебя подсел, на тебе завис. Расскажу вам чуть-чуть о том, как мы посетили Винпёрл. Винпёрл ведет канатная дорога, самая длинная во всем мире, говорят так, я не знаю, так это или нет. Скорее всего, не имеют в виду то, что над водой самая длинная. Да, 12 минут мы на ней ехали, доехали, и начинается просто сказка. Неимоверно огромная территория, весь остров, он один из самых больших на Нанчанге, не один из самых, точнее, он самый большой на Нанчанге. Здесь неимоверное количество красивых локаций, где можно сделать фотографии, там, видео, все такое. Поэтому, да, приезжайте все сюда. Мне кажется, мне Вьетнам уже должен доплачивать за то, что я его вот так рекламирую неимоверно. Ну вот тут нереально красиво, правда. Тут, кстати, прикиньте, я вам засняла на видео, обязательно покажу или вставлю вот сюда. Вьетнамцы делают всю работу абсолютно без какой-либо страховки. Они просто сидят на этих качелях, как-то регулируют ее, поднимаются, спускаются, красят, там что-то окна вставляют, еще что-то делают. Это жесть вообще. Вьетнамская лампочка. Я ее запомнила как вьетнамский фонарик, и мне больше нравится как вьетнамский фонарик, но для всех остальных и для всех вообще это вьетнамская лампочка. И вот я ее фонарик запомнила. Еще вам это показывают, то начну отвяжись. Вот. Вьетнамцы очень спокойный народ. Вот где бы мы ни были, вот они разительно отличаются от всех. Это вообще, они такие ненапряжные, такие легкие. Вообще, они даже разговаривают тихо, вот серьезно. Китайцы здесь такие шумные были, хотя у китайцев 4 тона всего лишь, да, а у вьетнамцев 6 тонов, но они говорят так тихо, вы даже не представляете, вообще очень... Я не знаю, с чем связано, что вьетнамцы вот такие спокойные. У них нет своего национального блюда, у них нет своего национального какого-то праздника или еще чего-то. У них вот этой нотки свое национальное у них нету. Может быть, именно с этим и связано, потому что у тайцы
Все-таки вот со своим менталитетом собай-собай мне они тоже очень понравились, но была в них какая-то такая легкая вот такая надменность. У вьетнамцев такого нету. Я так подумала, скорее всего, потому что тайцы, они же единственная неколонизированная территория. Потому что они не были рабами, наверное, они себя и считают выше, а все остальные... Не знаю, я не знаю, с чем это связано, но вьетнамцы правда крутые. The road of life is rocky and you may stumble too. While you point with your finger, someone else is judging you. Ну вот мы улетаем из солнечного Вьетнама. До новых встреч. It calls my name, yes, it calls my name. It's a darker path. And it calls my name. I've got the heart of a hustler with a hustler's pain. I've got the heart of a hustler with all hustler's shame. I've got the body of a lover, a dangerous game.